Сегодня на самом-то деле мы живем в очень таком нестабильном мире, быстро меняющемся мире. И, естественно, все вот эти процессы, которые происходят, они влияют на саму систему образования. Сегодня каждая страна пытается найти наилучшую модель образования, где в центре, конечно, сегодня ученик. И вопрос, конечно, вот 4 дня это мероприятие проходило очень активно, очень было очень много интересного материала, нового для нас материала. Ну и вместе с тем, и мы тоже смогли донести, что мы тоже на передовой сегодня. Для нас эти же актуальные проблемы, которые стоят перед такими огромными государствами, буквально такие же проблемы и у нас. Мы должны понимать, что сегодня в таком нестабильном мире, кроме знаний, умений, навыков, еще ученик должен иметь такие компетенции, которые бы позволили бы мы ему в жизни использовать вот эти знания. Это сегодня очень такая популярная и набирающая популярность стратегия, как 4К.